Губернатор Приморья Олег Кожемяка представил концепцию развития Большого Владивостока на пленарной сессии «Дальний Восток. Люди. Экономика. Города» на международной выставке «Россия» на ВДНХ. Обустроили уже Нагорный парк, сопку Бурачка, впереди Орлиная, Тигровая, Алексеевская. И, безусловно, это даст возможность и жителям, и гостям любоваться городом уже с высоты сопок, любоваться прекрасным видом бухты Золотой Рог, Амурским и Уссурийскими заливами. Вот. То есть мы продолжаем работу вместе с Дальневосточной академией наук по благоустройству ботанического сада. Там появляются новые пешеходные тропы, где можно рассмотреть сеть ту флору, которая сегодня есть в Приморском крае. Большая работа ведется по обустройству морского фасада Владивостока. Она предусматривает создание набережной протяженностью около 10 километров. Еще одно важное направление – оптимизация работы общественного транспорта. Запросы жителей связаны с тем, чтобы транспорт был экологическим, удобным. Поэтому мы сейчас закупаем электробусы, закупаем порядка уже 16 новых троллейбусов. Направление это будем продолжать. Будут появиться уже непосредственно новые трамваи. Большая работа идет по созданию легкого метро на основании тех железнодорожных путей, которые сегодня есть. К ним будут подведены парковки, будут созданы специальные платформы, которые будут удобны и для граждан, и для тех, кто решил добраться на автомобиле, дальше как перехватывающая парковка уже приехать в город без каких-либо пробок и задержек. Также в центре внимания жилье. По прогнозам, к 2030 году в Большом Владивостоке будет проживать порядка 900 тысяч человек. Мы уверены в том, что все те инвестиции, которые сегодня там порядка 700 миллиардов, они, безусловно, вырастут до 1 триллиона 100 миллиардов. Вот, это даст возможность видеть этот город ярких впечатлений, город инноваций, город зеленый. Ну, я считаю, что это будет один из лучших городов на Дальнем Востоке, который будет всегда привлекательным для всех нас, для наших гостей, для наших жителей. Отметим, проект предполагает работу в четырех крупных направлениях. Речь идет о развитии столицы Приморья как ядра агломерации, города Артема как транспортно-логистического хаба и территории, где находится ТОР Приморья, Большого Камня как промышленной площадки и острова Русского как научного центра и центра туризма. Юлия Рокотская, Елизавета Драгомирова. Новости на Восьмом.